И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обзору одного очень интересного дрона, который, как ни странно, уже совсем скоро будет удален из нашей игры. Но я решил его протестировать, решил посмотреть на то, как он себя покажет в рамках матчмейкинга. Ну и заодно посмотреть, в чем же его актуальность, в чем же его сила, в чем же его интерес. Сегодня мы поговорим про дрон-драйвер, скатаем на нем. Это дрон, который у нас ускоряет как раз-таки накопление нашего замечательного овердрайва. Посмотрим вообще, будет ли это чувствоваться, будет ли в этом хоть какой-то малейший смысл. Ну и насколько вообще интересно покажет себя это устройство в рамках матчмейкинга. Ну а что касаемо вооружения, то сегодня мы вместе с вами будем использовать викинга молота. По устройству я вот думаю только, что мне лучше взять. Что мне лучше взять с новым обновленным молотом. Давайте попробуем какой-нибудь. Давайте вот обойму увеличенной емкости попробуем. На ней я давным-давно не играл. Посмотрим, как она покажет себя в рамках нового баланса. Ну и запикаемся в матчмейкинг, в дефолтную какую-то каточку. Быстрый бой просто пикаю. Посмотрим, что нам предложит матчмейкинг. Ну и попробуем реализовать этот замечательный дрон. Как по мне, он максимально не актуален уже на протяжении супер длительного периода времени. Как я говорил в одном из предыдущих видосов, до анонса этого именно выхода информации о ребалансе по дронам и о удалении дронов, говорил о том, что можно было бы такие бы дроны просто балансить лучше и, ну, как бы делать из них какую-то конфетку, чтобы они были актуальны, чтобы в них был смысл в использовании, да. Ну, а что, а сейчас, что касаемо таких дронов, так, ну, у нас, грубо говоря, ничего с ними не происходит и ничего особо в их пользу не делается. Поэтому посмотрим, как он себя проявит. Дрон стоит тоже довольно немаленьких количеств кристаллов. Поэтому будет интересно посмотреть, как он себя покажет. Пока что я, честно говоря, не вижу вообще никакого абсолютно плюса. Я думаю, что мы можем даже сыграть вместе с вами каточку. И после этой каточки зайти посмотреть вообще, что же он увеличивает, да, потому что раньше вроде как этот дрон увеличивал как раз-таки скорость набора овердрайва за киллы, да, то есть если вы уничтожаете большее количество их противников, то быстрее у вас как раз-таки овердрайв накапливается. Нету вообще никакого дополнительного плюса по расходке, что для меня лично кажется странным, да, когда у тебя, ну, просто дефолт, да, и ничего нет, никакого дополнительного плюса. Ну ладно, это уже, как говорится, совсем другая история. Об этом мы особо говорить не будем. Дабл мину тут стоит. Так, ну и попробуем чуть откатить. Меня в очередной раз довольно быстро уничтожает. Пока что я играю на дефолтном викомолоте. Без, ну, грубо говоря, никакого дрона. Потому что у меня за 2 минуты накопилось 45% овердрайва. Если бы я бы сейчас бы взял бы, например, какого-нибудь бы кризиса, либо даже гипериона, то по ощущениям у меня бы уже бы к этому периоду времени бы процент моего овердрайва был бы намного больше. Ну, мы можем проверить это все дело. Давайте как раз-таки получим первую оверку за счет драйвера, да, а дальше я переоденусь на гипериона и попробую на нем накопить также овердрайв, да. Посмотрим скорость набора этого овердрайва заодно. И посмотрим вообще, в чем же плюс этого дрона, есть ли вообще он какой-то, хоть малейший. 67 очков у меня за 2,5 минуты, при том, что это, наверное, одно из лучших вооружений, для которого реально нужен этот овердрайв, да, поэтому я неспроста его взял. По расходке мы также видим проблему, при том, что особо у противника здесь нету резистов от меня, да, вот один резист взял у нас противничек, получается. Давайте поздороваемся тут с ребятами. Сюда тоже напишем. Ну и попробуем реализацию дать. 72% овердрайва за 3 минуты у меня. В среднем у нас овердрайв плюс-минус также и на викинге копится. Так, ну и покидаем еще урончик дополнительно. 80% оудика за, ну, грубо будем считать 3 минуты. Да, будем считать 3 минуты. Еще чуть навскидочку дадим. Пару десятку секунд на то время, пока я прогружался как раз-таки. Так, ну и давайте попробуем доставить. Давайте попробуем доставить и заодно посмотрим, у нас по итогу здесь получается, да? Оп, доставочка есть. Ну, грубо, короче, 3,5 минуты. 3,5 овердрайва, при том, что я особо даже
Там в конце и не килял, а просто взял, сделал доставочку. Поэтому мы сейчас вместе с вами прожмем этот овердрайв. Давайте, наверное, даже тут прожму. Особо не буду здесь ничего выискивать. Куда его здесь сжать? Просто первую попавшуюся темку тушану. Да, ну и вот плюс-минус так вот у нас получилось его реализовать. Так, 11% я уже дожидал. Переодеваемся на Гипериона. Ну и пробуем сделать все то же самое с этим замечательным дрончиком. Прожимаем только уже фул расходку, потому что у меня есть возможность прожать и полной расходки. Я не беру сейчас никакого кризиса. Хотя можно было бы, наверное, даже взять кризиса и получить больше от него, чем от как раз-таки Гипериона. Здесь же у нас просто дефолтная расходка в плюсе. Да, и, ну, грубо говоря, просто припасы быстрые прожимаю, и все, у меня есть припасы. Хотя, если я улетаю на рез, то, в принципе, никакого дополнительного преимущества я не получаю. Да, было у нас 3,5 минуты. Сейчас у нас прошло, ну, вот, грубо давайте будем считать, что у нас прошло полторушка, уже полторушка. Уже полторушка прошло, да, то есть 8 минут. Если 8 минут у меня будет овердрайв, то будем считать, что я как раз-таки справился с этой задачей и накопил этот овердрайв примерно за тот же период времени. А дальше мы посмотрим вообще за преимуществами этого дрона. Напомню, что у меня что один, что второй дрон полностью прокачан. Да, то есть у меня нет такого, что у меня один дрон полупрокачан, другой фулл прокачан. Таких ситуаций у меня нету. Поэтому посмотрим, как же себя это все дело проявит. Так, противник у нас немножечко дефает. Трех выстрелов не хватает, чтобы слить еще одного оппонента. 70% овердрайва. У меня на все про все есть еще полторы минуты. Есть еще полторы минутки, чтобы заработать еще один оудик. При том, что у меня уже 80% овердрайва есть. Ну и на накидочке, кстати, устройство очень хорошо себя показывает. То есть 5 выстрелов в обойме, плюс довольно быстрая перезарядка. Раньше это устройство было не актуально из-за долгой перезарядки. Сейчас такой перезарядкой оно даже выглядит очень неплохо. Возможно, даже на него стоит будет сделать потом полный обзорчик. Да, то есть так, у нас уже есть тут накидочка. У вас пика не слил дополнительно. Обидно немножко. 88%, и у меня остается, получается, сколько? Мне остается, ну, грубо, короче, еще 50 секунд, но мне этих 50 секунд даже не нужно будет. Плюс килл. Все. Все, у меня есть овердрайв. То есть мне потребовалось на это все дело, ну, даже если просто грубо взять, мне потребовалось на это меньше, на 30 секунд времени. На 30 секунд меньше времени. С дроном, который номинально как раз-таки не дает мне дополнительного прироста по моему овердрайву. Да, то есть, и в чем прикол? И в чем прикол, я, честно, не понимаю. Да, то есть, и в принципе, я и раньше этого не понимал. Да, то есть, я не понимал смысла работы этого дрона. Какой смысл его использовать? Если я могу взять дефолтный Гиперион, да, и я с ним быстрее получу этот овердрайв. Быстрее заработаю эту оверку, которая, ну, в принципе, типа, считается супер. Супер нужные вещи, да. Если у нас использовать именно этого драйвера. Докатаем, я думаю, что эту катку до конца. 8 минут у нас еще остается. Попробуем быстренько выиграть эту каточку. Пробуем быстро выиграть эту каточку. Так, и попробуем тут-то что-то здесь порешать по-быстрому. Так, питаемся сюда контентичек. 7 минут до конца у нас. 7 минуточек до конца. Попробуем выиграть. Противник у нас вроде как, а нет, еще не увез. Хорошо, пробуем, значит, мы увести Гиперон. Для этого викинга молота сочетается круто. Да, единственное, только я бы, наверное, сказал, что, ну, с кризисом где-то в моменте может тоже сработать очень эффективно. Но и Гиперион тоже хорош, я бы сказал, хорош. Да, вот именно по набору очков, если сравнить его с тем же снабженцем, который я взял изначально, то с ним у меня набор этих очков был, ну, довольно-таки плохой. Здесь же, в этом плане, все
Неплохо. Так, накидочка, накидочка, накидочка. Хорошо. Контактик. Оглушение залетает мне. Плюс еще залетает поджог. Так, 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 так. 6 минут, как бы нам увести флаг без овердрайва дополнительного, я даже не знаю. Но хотелось бы, так что заходим. Пробуем дергать. Выстрелов мне хватает. Урона мне тоже в этом плане хватает. Васпик прожимает бомбу на откате назад. Но я не могу уйти от новой бомбы Васпа. Она меня просто здесь хавает, при том, что хавает без шансовочку. Просто без шансовочку. Так, слева у нас Васп. Слева у нас Васпик. Пробуем по нему кидать. Молот, конечно, обновленный. Не такое большое количество урона носит у нас в моменте. Так, но все равно. Накидать здесь есть чего. Отлично, даблкильчик. Есть контактик. Так, и по Васпу еще. Хорошо, чуть-чуть есть. Великолепно. 5 минут до конца. 3000 есть. Хорошо. Так, 95% овердрайва. Едем, значит, мы вот сюда. Попробуем реализацию нашу сейчас здесь овердрайва показать, если наш тиммейт будет увозить. Наш тиммейт увозить будет? Зачем он стреляет в меня? Я не понял прикола. Нажимаем оверку. Чтобы прикрыть тиммейта. Чтобы прикрыть тиммейта здесь по Васпу снизу еще тоже накидочка. Так, ну и все. Благополучно на респ уходит противник. Четвертая доставка должна быть. Для такой катки 33 кило, ничего себе. 33 кило на Вика Молоте такому мы уже даем. Это что, я в 50 по идее могу выходить? Просто в 50-ку? Ну в 50-ку было бы прям очень неплохо. 50-очку было бы прям очень хорошо. Так, перезарядочка у нас. Пробуем. 700 урона. Залетает, ладно, хорошо. Хорошо. Так. Едем тогда. Едем. Да. Еще один овердрайв у меня, по идее, будет. Досрочки, я так понимаю, что здесь не будет у нас в этой катке. Оглушение накидывает противник. Шафт лечения почти что меня сейвит и спасает, но, к сожалению, не получается. 35 киллов у меня уже есть. Попробуем увести все-таки флаг. Этот Васп все равно продолжает дефать. С одной и той же точки, кстати, стоит Васп. Викинг наш пытается дергать. Страховочку ему. Накидочка. 5 выстрелов. Нет, ну 5 выстрелов, кстати, очень неплохо сейвят здесь в моменте. В моменте эти 5 выстрелов прям очень сильно роляют. Мне как раз хватает накинуть столько урона, сколько бы мне, например, не хватало бы. Ой, лаг сервера. Сколько бы мне не хватало бы накинуть бы с 3 выстрелов. Так, Васпик нас пытается раскрутить. В другую сторону уезжает. Открывается под нас, да? А, у нас даже возвратик здесь будет, да? Я так понимаю, да. Васп слился. Ну и возвратик мы оформляем. Отлично, доставка 5 будет. И еще один овердрайв, я думаю, что мы вместе с вами успеем здесь реализовать. Итого у нас будет 4 оверки. 4 оверки. 4 оверки по ощущениям со снабженцем. У меня вообще бы не было бы здесь шансов прожать. Просто 0 шансов было бы прожать 4 оверки за эту катку. Но с Гиперионом получается. Да? Который якобы не дает вообще никакого дополнительного процентика. Да? Вот так вот. Легко и просто. Без дополнительных процентов у нас все это дело реализуется. Так, но противничек пытается через тыл флажочек все-таки поставить. Так. 5-2. Хорошо. Отличный даблкил. 85% овердрайва. Есть еще оверка у нас на центре снизу, но мы под нее играть не будем. Наш тиммейт пытается увозить еще один флаг. Увезут ли ребята? Да, вроде как увозят. У него оверки нету. Чтобы раздать, подсаппортить тиммейтам. Так, и противник пытается еще увозить флаг. Викинг не будет жать оверку? Считаю, что он и так разберет. Такой он рисковый, если честно. Двигался молодой темки.
Так, мне раздают криты. Криты у молота сейчас новые, прям очень хорошие. Так, и что у нас по возврату? Возврат, возврат, возврат должен быть. Должен быть, должен быть, должен быть. Давай, родной. Хорош, красавчик. Так, флаг вернули, флаг доставили. Минута до конца. Попробую даже, наверное, в досрочку выйти в рамках этого боя. Противник и заходит через центр. Пока покидали ему. Тиммейта надо встретить. Если он увозит вообще. Ой-ой-ой-ой. Ну это все, это забейте, короче. Это бесшансово. Это я просто встал колом. Твинс. Еще и с дальностью твинс. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, тогда вообще забейте. Твин с дальностью, это просто забейте. Так, ладно, прожимаем оверку. Попробуем реализовать этот оудик. Вылетаем сразу в базу. Ну, и пытаемся накидать урона. Так, 800 еще есть. 30 секунд до конца. 30 секунд до конца. Парам, парам, парам. Хорошо. Хорошо. Отлично. Великолепно. Блок шотик оформляем. Ну и каточка у нас заканчивается. Быстро заходим посмотреть на характеристики драйвера. Ну а дальше мы уже, я думаю, что можем смело подводить итоги в рамках этого боя. Вооружение в целом себя показало очень хорошо. Чего я даже, если честно, не ожидал увидеть. Но самое теперь остается интересное, это посмотреть на то, что же дает дрон-драйвер. Что же он дает вообще? Какой плюс у него? Какой смысл в его использовании? Так, дрон-драйвер. Драйвер, где он есть вообще? Диверсант-защитник, бустер, ловкач, штурмовик, драйвер, вот он. 20 тысяч кристаллов он стоит. Прокачки он у нас стоит 1,5 миллиона. Так, ну его плюсы. Эффекты. Перезарядка 3 секунды, сокращение времени заряда и овердрайва за фраг. 5 на 7. Если честно, вообще не чувствую. Вообще. Позволяет использовать большое число овердрайва за бой. Заряд овердрайва увеличивается только один раз в 15 секунд. Помощь в уничтожении или серия уничтоженных фрагов танков не дается дополнительного бонуса. Ну, в принципе, я быстро и не убивал никого. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. В принципе, закономерно то, что его удаляют, потому что на нем никто не играет. И смысла в нем никакого нету. Что дает 5-7? Это просто пустышка. Если бы я бы за килл бы получал бы 20% овердрайва сходу, за каждый дополнительный фраг еще по 20-ке, то в этом бы дроне был бы смысл. А так, какой смысл в нем? Если я возьму Гиперион и смогу его реализовать жестче, чем этот замечательный дрон. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам нравятся подобного рода обзоры. Пока у нас все эти дроны еще есть в игре, я думаю, что они еще на протяжении какого месяца будут. Если интересно, давайте наберем 150 лайков на этом видосе. И я постараюсь протестировать все дроны, которые будут удалять. Да? Пройдемся по каждому, разберем, рассмотрим, да, так ли, правильно ли это все дело делается, правильно, что их удаляют, либо их можно было просто подбалансить. В моем понимании, этот дрон, например, можно было давным-давно уже забалансить в лучшую сторону и сделать так, чтобы на нем играли бы игроки, и чтобы в этом был смысл. Да, но почему-то никто этим заниматься, конечно же, не хочет. Поэтому набираем 150 лайков. Давайте, ну, я думаю, что за 2-4 часа, если набирается, то я начинаю обзор этих всех замечательных дронов. Если вам это реально интересно, поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на канал. Ну и не забывайте про розыгрыш на 2 миллиона кристаллов, на 300 тысяч танкоинов по моему личному тегу в настройках игры в аккаунтике. Здесь можно его найти. Устанавливайте вот так вот вам тимпешечку. Ну а дальше оформляйте покупку в магазине, спускайтесь в описание и заполняйте форму. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.